Всем доброго дня суток! Приветствую вас на канале НАТО. Сегодня у меня будет обзор с фирмы Faberlic. Сегодня я получила с Риги посылочку. Посылочка на 8 килограмм. Большая посылочка была, объемненькая такая. Я все разложила, потому что если я буду раскладывать посылки, это займет очень много времени. Итак, давайте посмотрим, что я заказала. А заказала я, начнем с мыла. Мыло. Малина и белый шоколад, жидкое мыло для рук. Также карамельная груша, она так классно пахнет. И еще мне понравилось, вот это вот, наверное, мой фаворит, вишневый конфитюр. Это просто нечто, как оно пахнет. Дальше я заказала гель для интимной гигиены. Затем для чистки ковров и обивок. Протестируем, посмотрим. Также для ванной средство для чистки духовок и плит. Так, подвинем, заказала две штучки. Также чистящий крем универсальный для кухни и ванной. Все очень хорошо так запечатано, все было в пакетиках, пакетик в пакетике, и очень хорошо все дошло. Дальше кондиционер для идеальной гладкости. У меня очень тонкие волосы и прямые. Мне, я думаю, как раз подойдет. Вот так вот выглядит шампунь. Далее, сама шампунь. Шампунь для идеальной гладкости тоже. Так, дальше идем. Также я заказала маску для волос, репейник и крапива. Как-то была на курорте, и Светлана мне подсказала репейную маску. И мне ее так захотелось. И вот сейчас предоставилась возможность, что я смогла сама заказать. Для малыша я купила зубную щетку от Faberlic. Посмотрим. Также дезодоранты взяла и себе, и ребятам. Разные, совершенно разные. Для чувствительной кожи. Вся защита действует 48 часов. Дальше я заказала вот такой шиповник и женьшень дневной крем. Но он идет от 60. Скорее всего, я его подарю маме. Дальше питательный крем для рук и ступней. Малина и белый шоколад. А также его можно использовать для тела, написано. Запах, конечно, обалденный. Дальше, перхоти ни у кого нету, но на всякий случай взяла, а вдруг пригодится. И это Faberlic шампунь от перхоти для всех типов волос. Далее уже побрызгала, и такой прям запах почему-то дыни. Прям сладкая такая дыня. Это освежитель воздуха, водный спрей. Дальше я заказала вот такую вот тряпочку с микрофазы. Посмотрим. Она написана, что она универсальная. Так интересно. Я думала, все будет стоять на русском, но везде стоит наклеечка с номером. И все написано на немецком. На немецком языке. Так, идем дальше. Дальше у меня мыло для кухни с запахом кофе. Аромат кафе написано, кофе. Потом я заказала себе патчи, две коробочки. Посмотрим под глаза. Гелевая маска, патч для кожи вокруг глаз. Затем я заказала тушь. Написано, что супер объемная тушь. Она черным цветом. Затем гигиеническая помада Faberlic. Затем зубная паста Манго. Мне очень интересно, понравится ли детям. Затем детям шампунь и бальзам, два в одном. Все еще запечатано, еще не открывали. Затем зубная паста с яблоком. В Германии у нас с яблоком я еще не видела. Мне просто стало тоже интересно. Затем карамельная груша, питательный крем для рук и ногтей. Потом я заказала вот такой вот гель, активный гель для педикюра.
посмотрим. Говорят, что немножко нанести, это все будет старая кожица отходить. Посмотрим. Ножки должны быть к лету мягкими, чистенькими, красивенькими и ухоженными. А также я для пяточек заказала гладкие пяточки, бальзам для стоп. Ну вот и все. На этом заканчиваю мой небольшой ролик. Вот такие были покупочки от фирмы Faberlic на 30 евро. Потому что был заказ, если на 100 евро заказываешь, и ты платишь только 30 евро, и пересылка уже входит как подарок. Ну что, желаю вам всего хорошего, хорошего дня, прекрасного настроения, не болейте, не отчаивайтесь, все будет хорошо. С вами была Натали на канале Ната. Всем пока-пока. И вот, ребята, чек. Он метровый с двух сторон. Посмотрите. Это все стоило бы. Сейчас, если написано. Это все стоило мне 32 евро 99 центов. И по скрипту хочу передать огромный привет Наталье, которая мне помогла заказать по ссылочку. Наталья, тебе огромный-огромный привет. Ирина Круг, привет тебе огромный от меня с Берлина. А также группы Супер Девчонки и самые классные девчули в Германии. Вам огромный-огромный привет!